Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами сегодня чаек, здоровья вам, вашим близким, берегите себя, кого-то это бесит, для тех, кому бесит, еще раз, здоровья вам и вашим близким, дай бог вам здоровья, блядь. Так, расскажу о 10 фильмах, которые я посмотрел последние, все это, естественно, чаще выходят ролики о фильмах, потому что смотрю я их чаще, чем читаю, вернее, даже не так, читаю я, наверное, не чаще, да, так же, ежедневно, но чтобы прочитать какое-то произведение с моим лимитом времени, это гораздо больше времени, чем посмотреть фильмец, который я и то смотрю, лишь когда ем практически, поэтому вот так. Ну что, давайте начнем. Ребят, кстати, прежде чем начать ролик, я напомню каждому из вас, что 4 мая в городе Москва, в пабе, в ирландском пабе О'Коннеллс, по адресу улица Покровка, 18/18, строение 1, пройдет встреча с подписчиками моя. Ну, я не люблю вот это, встреча с подписчиками. Просто будет тусовка, на которой я вас приглашаю, подписчиков, зрителей канала, пообщаемся. Будет стриптиз, будут аукционы, будет прямое общение. Будет там, порубимся в Mortal Kombat или в Tekken, посмотрим. Можете дать мне пизды, если сможете, по крайней мере, виртуально. Вот. Добро пожаловать, я вас приглашаю. Пишите в комментариях, если вы будете. Я читаю все комментарии, если я буду видеть, что кто-то еще появится там у меня, либо будет думать, что там появится. Просто это мне поможет, мне и людям, которые помогают мне организовывать вот в организационных моментах, чтобы понимать, сколько людей там будет и так далее, на скольких готовить, скольких ждать там и так далее. Все, ребят, добро пожаловать. Папа О'Коннеллс, Покровка, 18/18, строение 1. 4 мая, начало в 17:00. Я буду там, и вы должны быть. Анимационный фильм, да, который мне порекомендовал посмотреть Евген, который говорил, что это там, ну, вообще бомба, студии Гибли, не Гибли, как его там, Миядзаки, не Миядзаки, «Унесенные призраками». Я взял с собой на Бали, посмотрел в много присестов, ну, вот, что я могу сказать, братан, ну, не обессудь, ну, не заходят мне вот эти мультфильмы, аниме. Ну да, он прикольный, да, вот этот момент, когда они из этого духа вытащили там велосипед, вот эту всю вот хиромантию, велосипедную ручку, ну вот, прикольно, да, такое ощущение, что я сам почувствовал, знаете, как бывает иногда, что-то в зубе там или где-то вот какое-то инородное, и ты вот чувствуешь какой-то дискомфорт, а потом выковыриваешь, и прям такое облегчение. Вот, вот здесь вот то же самое. Я прям почувствовал это. Но вообще сам по себе мультфильм, ну да, он добрый там, возможно, философский, но не мое. Ну не мое, как бы, блин, ну не знаю, да. Мультфильм хороший, но не зашел. Но это классика, поэтому я ничего плохого не скажу. Дальше, «Хищник». Я посмотрел вот этот новый «Хищник». Не помню, где я его смотрел, по-моему, когда летел в самолете катаром уже с Бали домой. Ну новый, да, где там какие-то суперхищники. Ну, знаете, я часто говорю, что для меня «Рэмбо» — это «Рэмбо 1». Ну, 4, да, ну вот из классических третьих. А «Рокки» — это «Рокки 3». Да, первый, второй — ничего, но старенький. «Хищник» для меня — это «Хищник». Даже вторая часть, ну, не алё, по моему мнению. «Хищники», «Чужой против хищника» я еще не смотрел. Ну, бред. Какая-то вот эта банда психов, военных там, ну, не знаю, ну, мне... Ну, да, там в самолете я посмотрел, пока летел, как бы... ну ладно, делать нечего, да, лететь там 13 часов, ну посмотрел. Ну блин, как бы, не знаю, причем мне непонятно, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Действительно ли первая часть лучше, либо она лучше, классика, потому что она была первой, и она всегда запомнилась нашей жизнью. Но его я могу пересматривать много раз, а этот больше я смотреть не хочу. Поэтому вот так вот, такие дела. Потом я посмотрел фильм «Адмирал». Вот, я его смотрел давно, пересмотрел еще раз. Ну, я, конечно, ну, не бэд-комедиан, да, я не знаю, как правильно критиковать, не критиковать, но мне фильм понравился. Я не смотрю их с точки зрения совпадения реально исторических персон с, ну, с тем, какими они были в реальной жизни, вот. Ну, так вот эта любовная история, знаете, я обратил внимание на то, как он сказал вот этой жене своего подчиненного о том, что...
ну, когда понял, что они не могут быть вместе, он ей просто сказал: мне главное знать, что вы есть. Вот. Это прикольно, знаете, есть в этом что-то. Любить женщину можно и на расстоянии, и никогда не видевшись с ней, и живя своей жизнью. Ну, что-то есть, я об этом как-то, знаете... Ну, это вот помогло сформулировать какие-то, ну, не знаю, тезисы, которые у меня были более размыты. Вот, а так что, ну, как бы... На самом деле, вот этот хруст французской булки, на самом деле, ну, естественно, сейчас белогвардейцы показаны в основном такими не въебаться... благородными дворянами, все же было не так на самом деле, бля. Вот историю пишут победители, и когда у нас, ну, мы пытались там построить коммунизм, неважно, там, пытались или там в застой ушли, мы, естественно, белогвардейцев показывали такими, как атаман Бурнаш. А сейчас как-то, ну, когда, ну, красный миф развенчивается, часто показывают белогвардейцев такими, знаете, благородными донами. Хотя... В реальности все было иначе, я уверен. Следующий фильм, я что-то угорел по этой теме, да, посмотрел «Сибирский цирюльник». Ну, «Сибирский цирюльник» — это уже Александр III правление, да, это не Николай II, я... Николай II — царь Тряпка, опять же, к лику святых его причислили, не понимаю немножко. Ну, ладно. Вот, Александр III такой, сапог, вот. Естественно, Никита Михалков его играл. Не понравился мне фильм, я его помню смотрел, я помню, вокруг него был кипиш, самый что-то дорогой фильм русский, «Сибирский цирюльник». Я его тогда смотрел, ну, ни хрена не понял, посмотрел сейчас, ну, что-то не зашло, там больше вот эта история любовная, ну, как-то не знаю. Опять же, вот это хруст французской булки. Кадеты, эсеры, юнкера, бла-бла-бла, как же, блядь, крестьяне. Хер, вот, например, пьеса для неоконченного пианино. Там, ну, такие мелкие дворяне показаны, ну, действительно, такими, какие они, ну, наверное, и были. Ну, здесь, в принципе, мы говорим о таких, о каких-то высших чинах, поэтому, ну, не знаю, мне фильм не понравился, категорически. Потом я посмотрел «Плохой Санта» с гоблинским переводом, я ржал просто конкретно, особенно с этого жирного мальчика, бля, когда он ему принес какой-то там этот... открытку сам сделал, новогоднюю, там надо было что-то открывать, ну это вообще трешак. Он там, этот Санта, читал какие-то псалмы, ну вообще я прям ржал в голос. Ну прикольный фильм, но мне кажется, он прикольный лишь потому, что гоблин его переводит. Вот, я, кстати, мы с ним переписывались, и вроде как предварительно так договорились о том, что, ну, возможно, мы вместе что-то запишем, ну, я так понимаю, мне надо было бы лететь в Питер, но я ему писал еще после того, как он вернулся, ну, не ответил, не знаю, может быть, не получил, может быть, там передумал, может быть, нет времени, поэтому это вот тем, кто меня спрашивает периодически на стриме о том, что как, что там и так далее. Не знаю, ну, больше написывать я не буду, если там придет мне что-то, ну, так или иначе, ну, информация обо мне, ну, разлетается по YouTube, так или иначе, поэтому, тем более, ну, он обо мне знает. Вот. Ну, короче, ну, гоблин вытаскивает, мне кажется, множество фильмов просто своим вот этим правильным переводом. Ну, за что и любим мной, например. Потом я посмотрел следующий, ну, я посмотрел сериал «Домашний арест». Я на сайте ТНТ, что ли, смотрел первую часть, а потом там нужно покупать Gold, я хотел его купить. В итоге я скачал с торрента, блядь, и посмотрел. Не в таком пиздатом качестве, но мне, собственно, похуй. Ну, прикольный сериал, там мой товарищ снимался, знаете, вот там этот губернатор, вот, и у него два охранника, там лысый такой, 15 тысяч съемочный день, просто у него там ни слов, ни хрена, вот, он снимается часто в эпизодах, сейчас ездит, вот, пиздец, неплохо, ёпта, вот, ну, ТНТ всегда хорошо платит, вот, у них хороший бюджет, они не экономят. Такие вот дела. А, ну, понравился, прикольный такой, про нашу действительность суровую, ну, в таком юмористическом этом формате снят. Короче, я вот забыл, как его зовут, этого актера, я все забываю, блин, фамилию. Вот, который губернатор играл, ну, мне кажется, он один из моих любимых современных актеров. Просто. Так, дальше. Потом я посмотрел «Богемская рапсодия». Я когда летел... на Бали, туда, по-моему, он был, я что-то не посмотрел, а обратно, когда летел, его там в самолете то ли уже не было.
Я не скажу, что я фанат Фредди Меркьюри, но, естественно, как бы я знаком с его композициями, мне нравится, да, я считаю его легендой, но я посмотрел, в принципе, прикольно, да, там больше его жизни, но я почему-то был, не то что разочарован, да, потому что мне, в принципе, похуй, да, но удивлен, то, что там Show Must Go On не было песни, но она в титрах играла, ну, я так и понимал, да, что в титрах ее точно ставят, и не было вот этой песни, где там он в костюме обезьяны, там что-то тоже такая она известная, вот, не знаю, но, как бы, ну, фильм прикольный, я знаю, чувак получил Оскара, ну, наверное, он нормально сыграл, ну, что-то у него рожа какая-то, да, я не знаю, был Фредди на фотографиях был немножко другой, а тут какой-то он, ну, блядь, не знаю. Короче, это самое, я не фанат вот этих вот петушиных историй, хотя «Горбатая гора» фильм хороший. Вот, если исключить, что это вот про мужскую любовь, знаете, вместо любви пусть это будет дружба, и пару моментов из фильма вырезать, блядь, фильм хороший, такой теплый. Вот, следующий я посмотрел, я его тоже раньше смотрел, «Сталинград» немецкий, по-моему, 94 года, хороший фильм, снят со стороны немцев о том, что происходило под Сталинградом. Ну, как, естественно, в начале контраст, они где-то, не помню, в Италии базируются, да, там девочки, вино. И тут нужно ехать на Восточный фронт, они приезжают, ну, как обычно, бить русских и охуевают. Вот. Ну, такие старые фильмы до «Спасти рядового Райана», по моему мнению, ну, вот эти боевые действия у них, ну, вот «Спасти рядового», я до сих пор не знаю фильма, где боевые действия сняты лучше, чем в «Рядовом Райане», не знаю. То ли он так меня впечатлил, когда я его первый раз увидел, но по мнению это лучше. Да, я много разных смотрел, я даже в группе состою, батальные сцены в кино, много разных, интересных, но там прям вот эти высадка, последний бой, ну, блин, реально круто. Поэтому вот, здесь такого нету, но фильм интересный, фильм как раз вот про то, как, ну, как немцы охуевали, бля. Охуевали вот именно под Сталинградом. Я думаю, и русские также в окопах Сталинграда, забыл, кто написал, я читал, вот, ну, такая советское произведение, ну, там, ну, так, без всякого вот этого ура-патриотизма советского написано, прикольно, почитайте. Так, следующий, я посмотрел «Быкова завод». Ну, Быков, знаете, у него, как обычно, все кончается, начинается за здравие, кончается за упокой, что дурак, что этот самый, блядь, как его, майор, что, ну, здесь вообще уже экшен практически сразу, вот, такая неоднозначная личность, этот чувак, которого Денис Шведов играет, ну, не особо мне зашел, у него, да, ну, вообще русские должны снимать не вот это, блядь, говноблокбастеры, типа «Летающая тарелка», блядь, прилетела в Чертаново, ну, это вообще пиздец, блядь, по моему мнению, это зашквар, ребят, блядь. Вот. А вот такие фильмы, как Быков снимает, я понимаю, почему там вот этот экшен, потому что, ну, вот, например, «Левиафан» я посмотрел, да, я в нем, кстати, не увидел ничего такого, за что там, блядь, какие-то гонения на него начались. Блядь, мне кажется, в «Майоре», в «Дураке» гораздо больше вот такой неправдоподобной херни. «Левиафан», блядь, нормальный фильм. Вот такие фильмы должны снимать русские. Вот, не обязательно даже там вот эту социальную драму, но вот что-то такое, ну, не дотягиваем мы до голливудского уровня спецэффектов и так далее. Хотя вот эти «Мстители», «Хуители», ну, это тоже пиздец, ёпта, ёбаные «Бэтмены», блядь. Дай бог им здоровья, и «Суперменам», и прочим, блядь, «Человеком-кошкам», блядь, и прочим чепухам, блядь. Вот, короче, по поводу «Завода», ну, ничего, да, мне нравится, как они подбирают лица, вот, ну, прикольные персонажи, лица. Ну, такие русские, да, как вот в «Бумере», да, «Бумер-1». Если там ППСник, то он и выглядит как ППСник, да, вот. Если опер, то он и выглядит как опер. А не так, как «Полицейский с Рублевки», там, на Бриолининой, блядь. Ну, понятно, это комедия, блядь, ну, это пиздец, ёпта. Такие вот дела. Короче, «Завод», ну, не особо понравился. По моему мнению, «Дурак» и «Майор» лучше. И следующий фильм, какой я посмотрел, я не знаю почему, что-то мне захотелось, я посмотрел «Дик Трейси». У меня была в детстве кассета, я смотрел много раз, но он мне как-то особо не нравился. Я еще с детства помнил, что там, ну, это же по комиксу, да, снят, и там все вот эти злодеи, они такие карикатурно безобразные.
вот этот с плоской головой, блядь, сам вот этот большой, вот этот в начале, где их там расстреляли с жирной мордой, вот, вот этот чувак, куномальчик, к которому бегал, ну, такие все, да, ну, в стиле комиксов. Я понял еще раз, что Мадонна, блядь, ну, там вообще не, ну, не мой вкус, мне вообще не нравится. Вот такой вкус, Женя, вот я говорил как-то, что мне нравятся блондинки, там, ну, вот, блядь, ну, вот это пиздец, ёпта, вообще, блядь. Ну, может быть, в ней там не въебаться энергетики много, но, блядь, ну вот так вот, визуально, ну вообще не мое. Вот, вот 10 фильмов, которые я посмотрел, навряд ли я снизойдет слава Бэткомедиана, но я и не делаю разборы, с честными, оно мне и в рот не еблось. Вот, я просто рассказал о том, что я смотрел, может быть, вам будет интересно, а может быть, вы тоже посмотрите что-то из этого. Берегите себя.